Друзья, всем привет! Игорь Крутой продолжает рассказывать о подробностях юбилея всеобщего любимца Льва Лещенко. Собираюсь на святое дело. Товарища поздравляю с 80-летием. Нормально. Поехали, поехали, опаздываем уже. Какой же теплый вечер получился на праздновании юбилея Льва Лещенко. Настроение задал своей начальной речью юбиляр. Потом он же решил спеть одну-две песни. Но так как все гости бросились танцевать, Лёва к великой радости присутствующих продолжил петь под овации зала. Потом звучали искренние тосты и пожелания. Я знаю Лёву, конечно, больше как домашнего семейного человека. И самые счастливые минуты, когда он дома, разговаривает с кем-то по телефону, и я слышу, как такой ручейком, нежно взлетающим, потом опускающимся, он кого-то ласкает, лайкает, баюкает. Это очень здорово. А затем начали петь все коллеги, приводя в восторг и юбиляра, и гостей. Это Игорь Крутой, наш видеограф, великий видеограф, по совместительству композитор. Немножечко. Кульминацией прекрасного вечера был, конечно же, торжественный вынос торта, свечи которого Лёва задул с первой же попытки. Расходились все далеко за полночь, но всеобщему ликованию не было предела. Да, и договорились встретиться тем же составом, как минимум, на 90-летие Лёвушки. Уж очень он замечательный.